После побега от шпионов барона в доме умершего графа, Мэриэн была настроена на сражение более чем когда-либо и была готова сразиться с Илвайном, где бы он ни был. Она тренировалась каждое утро. И если она представляла, что перед ней Илвайн, ее уже ничто не могло остановить. Робин Гуд. Гроза в Нотингеме. Несколько дней замок барона был погружен в некую таинственность. За занавесом шла работа над одним из секретных проектов барона. Никто не знал, что это, но это точно не сулило ничего хорошего для Робина и остальных. Даже епископ Херфорд пребывал в неизвестности. Я знаю. Что-то происходит, но я не знаю, что. У меня есть дела поважнее, чем разбираться в его новых игрушках. Эти недоумки ползамка разнесут. Идеально. Просто идеально. Илвайн, что происходит, а? Что ты задумал? Это мое собственное изобретение. Смотрите, это самое последнее пополнение арсенала. Это оружие может сеять хаос и разрушение на громадной территории. Его ничем невозможно остановить. Это твой последний шанс, Диксон. Открывай, пока не разозлился. Именем барона Илвайна я приказываю тебе открыть. Мы никогда не сдадимся. Идите, скажите барону, что мы скорее умрем. Твое желание может исполниться раньше, чем ты думаешь, Диксон. Барон как раз ищет кого-нибудь, чтобы опробовать против него свое секретное оружие. Этим человеком будешь ты. У вас никогда не получится притащить сюда огнедышащего дракона. Может и нет. Но оружие, о котором говорю я, намного легче перевозить, при том, что оно такое же разрушительное. Как и наше. Огонь! У тебя есть еще один день, Диксон. Передумай, иначе будет хуже. И тебе, и твоей семье. Пошли отсюда. Да, мы сделали это, папа. Да, сынок, мы это сделали. Но они еще вернутся. И в следующий раз это будет не так просто, я понимаю. Но наша семья жила на этих землях годами, и мы не отдадим ее какому-то выскочке. Если бы мы сражались только против барона, с этим не было бы проблем. Но мне не нравится слух об его новом оружии. Ну и что? Барону не напугать нас, верно, папа? Мы будем сражаться, несмотря ни на что. Победим, не так ли? Послушай, Джек, тебе лучше идти отсюда и пойти к своему дедушке. Давай, пока еще есть время. Но я не хочу уходить. Я хочу остаться и сражаться с тобой и с моими братьями. Ты должен уйти, ты будешь... Тут в опасности. Но я могу сражаться так же, как и вы. Нет, не можешь. Тут опасно оставаться. Ты еще ребенок, так почему бы тебе не послушаться? Я хочу остаться с вами! Бедный Джек. Я должен был прогнать его. Для него это слишком опасно. Нам придется сражаться втроем. А в это время в лесу Робин искал Мэриэн, которая, как обычно, тренировалась со своим мечом, готовясь ко встрече с бароном Илвайном. Гилберт! Гилберт! Если бы я только могла драться, как ты! Если бы я только могла владеть мечом, как ты! Тогда бы я смогла одолеть Илвайна! Я не могу понять Мэриэн в последнее время. Все, что она делает, тренируется, но она сама не похожа на себя. Мэриэн! Вау! Мэриэн! Робин? Я просто пришел сказать тебе, что обед готов. Хорошо. Ты в порядке? Я нормально, Робин. Эй, Робин! Робин, ты здесь? Покажись!
Интересно, что нужно маленькому Джону? Робин, я не могу ждать целый день. Что случилось, маленький Джон? К тебе гости. Мы нашли его одного, бродящего по лесу. Он сказал, что он должен поговорить с Робином и ни с кем другим. Так что он в своем распоряжении. Ну, чем могу быть тебе полезен? Ты виноват в том, что мою семью выселяют с их земли. Что? Ты разозлил барона Элвайна, и теперь он отыгрывается на нас. Если мы потеряем собственный дом, это твоя вина. Но почему барон хочет отобрать у вас ваш дом? Все началось с того дня, как он поднял налоги. А потом все, кто не мог платить новые налоги, были выброшены с их земель. Мой отец пытался заступиться за своих соседей. Он очень гордится своей фамилией. И он решился бороться с бароном. И он будет бороться, несмотря ни на что. Что за история? Полагаю, он хочет драться с ним один, а? И еще как! Вот только барон хочет использовать против нас свое новое оружие. Что за новое оружие? Они не сказали. Единственное, что мы знаем, что его легко перевести с места на место. И оно очень разрушительно. А я хотел остаться здесь и сражаться, но мой отец, все из-за вас! Если бы вы не злили барона, он никогда бы не стал вышвыривать нас с земель. Так что вы собираетесь делать по этому поводу? Вы собираетесь помочь мне или нет? Я не боюсь тебя, здоровяк! Успокойся, Джек. Почему бы тебе не показать, где вы живете? Робин, ты уверен? Если что-то как-то связано с бароном, это связано и с нами. Этих людей некому защитить. Так бы поступил мой отец. Ты думаешь, мы пропустим веселье? Мы тоже идем. И мы тоже идем. Ты идешь, маленький Джон? Да. А как же? Я хочу пойти с вами тоже. Мэриэн, пожалуйста, останься здесь. Ты не единственный противник барона Элвайна. Я хочу пойти с вами. Прости, Мэриэн, но нет. Я смогу постоять за себя сама, Мэриэн. Слушай, почему бы тебе не разрешить ей пойти? Она доказала, что может постоять за себя. Верно, и чем нас больше, тем мы сильнее. На этот раз я не останусь одна. Не волнуйся, Дженни, на этот раз я останусь с тобой. Спасибо большое, Уинни. Хорошо, пойдем, мы не можем больше терять время. Матч, иди предупреди остальных, вперед, шевелитесь. Давайте. Скажите, барон, эти фермеры все еще не платят солдатам? Пока мое новое оружие не заставило их передумать. Конечно, они никогда не смогут заплатить вам эти высокие налоги. Значит, им придется оставить вам всю их собственность. Так что, думаю, не в ваших интересах их громить. Уничтожив их, я преподам урок остальным. Барон! Барон, у нас проблемы! Что ты сказал? Фермерам пришли на помощь какие-то коротышки. Что? Привет, пап. Джек, зачем ты вернулся? Я пришел, чтобы сражаться вместе с вами. Ты не можешь. Я сказал тебе, ты будешь только мешать. Я не буду мешать, папа. Я могу сражаться так же, как и мои братья. Сказано тебе нет. Это работа для мужчин, а не для детей. Не будьте с ним так строги, мистер. Это не его вина. А ты еще кто? Это Робин, враг барона Элвайна. Ты, наверное, Хантингтон? Угу. А я Большой Джон. Самый величайший предводитель разбойников, который только появлялся на свет. А я мать его правая рука. А мы разбойники. Я не понимаю. Все просто. Мы пришли сюда сражаться на вашей стороне. Что? Не знаю, что и сказать. Может, у нас и получится. Давайте, шевелитесь, они скоро будут здесь.
Похоже, помощи соседей не дождаться. Но почему они это делают? Слишком боятся иметь с нами дело. Они не хотят злить барона, защищая его врагов. Зачем ты сделал эту штуковину? Он проверял мое новое клеймо. Великий Джон, третья редакция. Когда мы захватим новое оружие Элвайна, мы поставим на него это клеймо. Значит, все ради чего вы помогаете нам просто оружие? Конечно, болван. Мы же разбойники. Правильно, босс, скажи ему. Отец, это солдаты Элвайна, они идут. Так вот это новое секретное оружие Элвайна. Эй, ребята, вы готовы драться? Да! Элвайн, на этот раз я готова. Диксон, у тебя еще есть время передумать и принять мое великодушное предложение. Твоя ферма за твою жизнь. Если ты хочешь эту ферму, ты получишь ее только через мой труп. Я родился и вырос в Ноттингеме, и я не собираюсь сдаваться такому мерзавцу, как ты. Так почему бы тебе не убраться отсюда, пока жив? Очень храбро для человека, у которого жизни трех сыновей на кону. Я достаточно терпел, и теперь ты пожалеешь. Мистер Диксон... Оставь это мне, Робин. Элвайн, даже если бы мне пришлось отдать эту ферму, я не смог бы тебе верить. Ты просто лживый, вороватый обманщик. Каких еще слов можно ожидать от свинопаса? Моя семья жила на этих землях поколениями, и никогда за это время нам не встречался такой подонок, как ты. Атакуйте! Огонь! У меня есть идея. Я знаю, как стереть эту улыбку с лица барона. Теперь ты умрешь. Умрешь ты. Почему бы тебе не уйти домой и не оставить этих жителей в покое? Мой милый мальчик, ты шутишь, да? Позвольте представить вам когти дракона. Оружие разрушительной силы, совершенно неуязвимой конструкции. Еще оно неплохо выглядит. Вам не кажется? Да уж, выглядит впечатляюще. Но сможем ли мы дотащить его к себе? Да, великовато. Я
Если бы я только смог перебить ту веревку. Кто здесь? Кто ты? Получай! Это было только вступление. Гость программы еще впереди. И думаю, он вам понравится. Готовьте огненный заряд. Барон Элвайн. Нет, Мэриэн. Все хорошо. Он мой. Так, принцесса Ланкастер, переодетая в разбойника. Все твои труды напрасны, малышка. Не забывай, что я могу раздавить тебя навсегда, как насекомое. В конце концов, ты... Что ты можешь с этим поделать? Я должен остановить это. Джек, сынок! Джек, прошу, вернись! А? Папа! Джек, убегай! Ты ранен! Убегай скорее! Папа! Это научит тебя и твоих коротышек хорошим манерам. Элвайн. Пока-пока. Нужно остановить Элвайна. Осторожней, Джек, уходи оттуда. Робин, Джек! Джек! Элвайн. Наша машина! Наш великий Джон Третий! Мэриэн! Мэриэн! Ты в порядке? Она, должно быть, просто потеряла сознание. Я рад, что с Мэриэн все в порядке. Робин, тебе нужно уходить отсюда. Ты помог мне одолеть барона Элвайна, и я очень благодарен тебе. Не волнуйся за нас. Нам есть куда идти. Эй, Робин! Нам тут нечего больше делать, так что мы уходим. Если хочешь, пойдем с нами. Робин, пойдем. Конечно. Спасибо еще раз за вашу помощь. Не знаю, что бы мы без вас делали. Благослови вас Бог. Удачи вам, ребята. От всех нас, особенно от Джека. Пойдем, ребята. Давай, Робин, идем. Элвайн, настоящий недоумок. Оружие, которое могло бы принести ему победу, поразило его самого. Вы правы, босс. Это вовсе не было неуязвимое оружие. Однако, я кое-чего не понимаю. Почему оно так взорвалось?
Робин, что с Мэриэн? Бедняжка, она упала в обморок. Уилл... Что случилось? Слушай, ты иди дальше. А я пойду назад и попробую разузнать, что на уме у барона. Робин. Мое орудие. Это невозможно. Оно было неуязвимым. Эй, вы там! Немедленно потушите огонь! Мое прекрасное орудие! Робин! Робин! Я тебя достану! Робин! Робин! Моя машина!